Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы готовим очень быстрый и вкусный обед. Готовим рис. В горячую сковороду добавляем сливочное масло. Добавляем рис и обжариваем. Заливаем водой. Соли. И накрываем крышкой. Варим рис на медленном огне под крышкой. Пока готовится рис, приготовим рыбу. У меня сетрина. Берем глубокую тарелку, наливаем яйца, воду, соль, приправа для рыбы, взбиваем. Добавляем муку. Продолжаем взбивать. Кладем сюда рыбу. Перемешиваем. Оставляем 5 минут мариноваться. В горячую сковороду наливаем масло. И жарим рыбу. Жареную рыбу кладем на салфетку.
Рис готов. Рыбу пожарили. Сервируем блюдо. Вот такой вкусный и быстрый обед мы приготовили. Желаю всем приятного аппетита!